Легковушка столкнулась с автобусом. Смертельное ДТП произошло на 61-м километре автодороги Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума. Как сообщают в полиции, легковушка марки «Рено», выезжая на главную дорогу, столкнулась с автобусом, который следовал по маршруту Гусь-Хрустальный-Колб. По предварительной информации, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Рено», при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества движения маршрутному автобусу районного сообщения «Гусь-Хрустальный-Колб» под управлением водителя 1969 года рождения и совершил с ним столкновение. В настоящее время сотрудниками полиции на месте осуществляется регулировка дорожного движения, устанавливают все обстоятельства произошедшего. На момент столкновения в автобусе находились пассажиры. Из них никто не пострадал. Чего нельзя сказать о находившихся в легковушке «Рено». Пассажиры автомобиля госпитализировали с места происшествия. Сейчас носилочки к вам в Мужчина-то живой, блин, за рулем-то, а? Мужчина, находившийся за рулем «Рено», погиб.